Друзья, всем привет! Мы находимся в автосалоне Renault, город Киров. Renault Duster. Дизельный движок. 6,6 ступка. Механика. Стоимость 1 563 000. Но это стоимость в кредит. За наличку будет дороже. Где-то 1000 на 100, на 150. Обвес пластиковый, как у версии Edition One. 4 стеклоподъемника. Уже накладки на пороге есть. Подлокотничек. Климат-контроль, подогрев передних сидений. И магнитола. Руль не в коже. Уже установлен видеорегистратор. А также дефлекторы на окна. Подогрева задних сидений нет. Также нет USB разъема. Достаточно объемный багажник. Полноразмерная запаска, а также органайзер. Здесь, здесь и здесь. Еще один Duster с дизельным движком. Со ступенчатой механикой. За 1 676 000. Но смело плюсуем 150-200 000. Если покупаете за наличку. Эта цена обозначена при покупке в кредит. Обвеса пластикового нет, как видите. Зато есть багажник сверху. Дефлекторы на окнах. Ну вот у нас еще климат-контроль. Подогрев сидений, парктроник, сенсорная магнитола, руль у нас кожа, ну тоже не более много кнопок, но версии с дизелем здесь не бывает, это ограничитель для скорости и круиз-контроля, почему-то, именно на дизеле. Ну, регулировка зеркал, ну и другие функции, также есть обогрев руля. Подлокотник. Сигнализация. Здесь есть подогрев задних сидений и два USB разъема для зарядки гаджетов. Камера заднего вида. Ну и абсолютно такой же багажник. Думаю, показывать запаску нет смысла. Renault Arkana. На вариаторе. С двигателем турбированным 1.3 на 150 лошадей. Значит, стоимость при покупке в кредит 1 866 000. Это если только в кредит. Если за налик, то нужно плюсовать. Я думаю, на этот автомобиль 1200-250. Бесключевой доступ. Все 4 электростеклоподъемника. Также есть функция складывания зеркал. Сенсорная магнитола. Мультируль уже. Полный функционал. Функционал есть уже здесь, видите. Есть кнопки, здесь кнопки. Ну и сигнализация есть. Также подлокотничек. Смотрите, как добротно помазали, чтобы уж точно не заржавело. И взяли за это 15 тысяч рублей. Офигеть. Для рядного сзади сидений есть только USB разъемы. Машина почти что 2 миллиона рублей. Нет обогрева задних сидений. Как вам такое? Акулий плавник вместо антенны. Багажник здесь хоть и длинный, но из-за вот такого вот скоса не можешь похвастаться большой высотой. Вот также полноразмерная запаска, плюс две небольшие секции для органайзера. И вот на войлоке лежит. Смотрится, конечно, не очень. Здесь бы, конечно, чем-нибудь закрыть какую-нибудь тоже пластиковую накладочку, тоже типа органайзер, чтобы хоть
это скрыть от глаз, почему-то не удосужились это сделать. Ну, еще одна машинка, которая сейчас в шоу-руме стоит. Renault Logan Stepway. Так понимаю, это комплектация Life с двигателем на 113 лошадей, 16 клапан 1.6, пятиступенчатой механикой. Ну, и стоит он у нас 1 041 000 при покупке в кредит. За наличку будет тысяч, ну чуть меньше, думаю, 100 тысяч. Дефлектор на окна здесь поставлены. Только передние стеклоподъемники. Сзади, как видите, ручной привод поднятия стекол. Самая обычная штатная магнитола. Кондиционер. Ну и обычный руль без кнопочек, без кожи. Ну и регулировка зеркал. Скажем так, все самое необходимое в этой машине есть. Ну, поставлен здесь еще видеорегистратор. Вот накладок на порогах нету. Видите, это у нас ковролин, который будет мараться, если не поставить накладки. Ну и обогрев лобового стекла еще есть. Накладочка на задний бампер металлическая. Накладочка вот здесь вот на порожек багажника есть. А также вот накладки на облицовку задних фонарей тоже поставлено. Потому что, как вы знаете, с завода этого ничего нет. Это приходится саму составить. Ну и коврик тут есть. Давайте посмотрим, что там под ковриком. Полноразмерная запаска. Опять же, нет органайзера никакого. И здесь у нас запаска лежит. Ну, каких-то таких вот квадратного сечения мягких. Не знаю, какого материала, типа резины мягкой. У Аркана опять войлок, а здесь, видите, пришлось еще более бюджетно обойтись. И такие вот, две такие полоски вырезали и положили на ней запаску. Здесь и там, сзади, там не видно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и берегите себя.